Всем привет! Пришла очередная посылочка. Шла 50 дней, долговато. Это у нас получается защита пера для велосипеда, чтобы цепь не била перо. Заказал желтенькую, для того, чтобы сбоку, когда освещало, чтобы сбоку по технике безопасности, чтобы было сбоку. Хороший толстенький металл, пластик хороший. Внешняя сторона здесь сделана под мат, скорее всего, грязь будет прилипать, а здесь глянец. Смываться будет, получается, не очень хорошо снаружи, будет грязненький. Можно черного цвета такого потемнее заказать, чтобы было не так марко здесь смотрелось. Ну, я выбрал специально желтый, чтобы было виднее меня сбоку машинам. И получается, вот этими хомутиками крепится на перо. Ну, вроде пластик такой гнется, не хрупкий. Не знаю, как на морозе, но визуально смотрится хорошо. На перышко надо обязательно ставить, потому что зачем его повреждать, чтобы было и грязь, и лучше, конечно, поставить защиту. Купил за 45 центов. Ставим защиту пера. И у меня здесь перо еще неправильной формы, оно изогнуто. Вот получается такая форма. А это прямая. Но она все равно повторит форму пера. Вот мы его ставим приблизительно. Вот я знаю, что вот здесь у меня цепь бьет в основном, вот здесь. И поэтому я ставлю, чтобы вот этой штуке не мешать потом снимать. И хомутик вот такие используем. Чтобы этого узелка не было видно, я его с этой стороны запущу. Изнутри. Получается, и это у нас паз для того, чтобы здесь был хомутик этот. Пропускаем его сюда дальше. Фиксируем замочек. И пока приблизительно затянем, не полностью, наживим. И то же самое сделаем с другой стороны. Вот я до конца придавливаю. И у меня точно так же получается искривляется вот эта пластмасска. Пасик тоже точно так же, чтобы его не было видно, вот этого узелка. Буду изнутри его запускать. И тут еще обратите внимание, здесь маленькое расстояние, а здесь большое расстояние вот этой защиты. И получается, здесь где больше и толще перо, сюда и надо ставить. А более узенькую часть надо ставить на узенькую часть. Чтобы не перепутать. Тут еще смотрю, чтобы не зацепить вот этот тросик, чтобы он у нас был независим. Все, и осталось только до конца затянуть. С одной стороны, с другой стороны. И все, и сейчас вот эти кончики обрежем чем-нибудь, и будет порядок. Обрезаем остатки. Немножко маркая будет эта сторона, уже проверил, цепь касается. Спасибо большое за внимание, спасибо, что смотрели. С вами был Жиглёв Алексей, до скорой встречи, пока!